Кривые зубы и неправильный прикус. Как этого избежать? Это наиболее частый вопрос родителей. Пока ребенок растет, предпринимая какие-то действия, невозможно гарантировать, что в будущем не потребуются, например, брекеты. Но что точно можно гарантировать, так это можно облегчить и минимизировать проблемы с ортодонтическим лечением в будущем. Загляните рот вашему ребенку. Если вы видите промежутки между зубами, то это хорошо. Зубы ребенка не должны выглядеть как у взрослого, между ними должны быть промежутки. Это гарантирует наличие места для постоянных зубов, просто потому что постоянные зубы примерно в 1,5 раза больше соответствующих молочных зубов. Если промежутков нет, это не повод отчаиваться, просто потому что рост челюстей в ширину продолжается в среднем до 6-7 лет. Но имейте в виду, что места для прорезывания постоянных зубов будет недостаточно. В большинстве случаев решать подобные проблемы с дефицитом места целесообразно, когда зубы начнут меняться на постоянные. Это возраст 6-7 лет. Если же вы видите промежутки между зубами у вашего ребенка, то все равно в 6-7 лет обязательно покажитесь к ортодонту, потому что только ортодонт сможет оценить, требуется ли вам помощь или нет.